Как прокачать расширительный бак в котле? Сливаем давление в ноль. Подачу закрыли, обратку закрыли. Компрессор включили. Находим ниппель расширительного бака. Воздух качаем. Воду сливаем. И делаем так до тех пор, пока по воздушной части у вас останется полтора, а воды не будет совсем. Давление ноль. Все, бак прокачан, котел будет отлично работать. Заполняем систему и включаем. Обучаю ремонту и обслуживанию газовых котлов. Все ссылочки есть в описании, а также в комментариях. И зарабатывать на этом можно до 150 000 рублей в месяц.